19 ноября 2023 год. Вот котятам мы их нашли 30 октября, 1-го. Но он уже был с открытыми глазками. 30 октября. А сейчас 19, да, это получается, ну там сколько, 20 дней, да, еще они были. Ну, короче, им уже больше 3 недель. Я им пытаюсь отдать вот мясные кусочки в соусе, но они что-то не понимают их, да, вот в миске. А сейчас кошку Мусю кормил 6 котят, 3 девочки, 3 мальчика. А сейчас кошку Мусю кормил навагой. Она одну большую съела, а поменьше, короче, дал ей. И что, она половина съела? С хвоста почему-то ест. И вот сейчас котятам в коробку бросила. Вон, смотрите, что они делают. Дербанят. Вот эта черная, это девочка. Она и в тот раз ее голову ела, грызла. И вот эта серенькая девочка. Вот это надо посмотреть. По-моему, это фортунка. Короче, девчонки продуманы. Девчонки шустрее. Хотя пацаны тоже молодцы. И они красивенькие такие. Они будут как майкуны, мейкуны. Вот тоже вот ест, смотрите, ест кусочки. Если успеет, сейчас мамка, если не запрыгнет, не съест. Но мамка вот им принесла навагу, да? Прикиньте, точат как навагу. Рычат такие. Прям как хищники такие. Молодцы. Все. Котят можно уже смело раздавать. Вон, видите, что творит. Это черненькая девочка. А вот мамка смотрит, а? Мамка смотрит, да? Муся. Ну, давай, иди, научи жизни котят. Показывай, давай. Прыгай. Давай в коробочку. Коробка такая богатая, как из-под советского телевизора. Помните, такие квадратные были советские телевизоры? Не плазма узенькая. Ну, давай. Она у нас в отопительном цеху на гостинице. Гостиницу, в гостиницу тепло даем. На гостинице в отопительном цеху живет. Давай, Муся, давай. Друзья, удивлю краткостью. Больше видео на YouTube-канале Владимир Стороженко. Суть видео, что надо пристроить котят в хорошие руки, и они уже вон кушают самостоятельно. Ну и хотя и мамку сосут. Ну, неделя две, надо их раздавать срочно. Телефончик в Уссурийске, +7 924 123 24 44, с WhatsApp, с Telegram, +7 914 974 45 45. Все, они вот, видите, в лоточек ходят уже сами. Вот, уже все нормальненько. Так что это, уже мимо не ходят. Так что все, котят можно раздавать в хорошие руки смело. Не стыдно. Начальное, как бы фундаментальное образование они получили. Все. Ну а какими они будут? Вот смотрите, YouTube-канал Владимир Стороженко. Там вот с нами сейчас живут кот фартовый, вот такой черненький. И кот красавчик, он вот такой, вот как вот эти пятеро. Есть 3 девочки, 3 мальчика. Все. Подарим. Подарим из Уссурийска волшебных котят. Коты в дом, деньги в дом. Помогай Бог. Звоните. +7 924 123 24 44, с WhatsApp, с Телеграмом. Пришлю профессиональные ролики, хорошо сделанные, хорошего качества. Обзор котят, вот прям рисуночек какой у них, какие мордашки они. На связи.